Лес – главное природное богатство Карпат. Карпатские реки широко используются для сплава леса. Рождаясь в высокогорье, они питаются водами талых снегов и дождей. Стремительные течения доставят древесину на деревообрабатывающие комбинаты и мебельные фабрики. Искусство плотогонов – удел отважных и умелых. Еще недавно этот опасный путь был единственным для транспортировки древесины. Он был возможен лишь летом. На помощь старым методам сплава приходит современная техника. Люди должны не только рубить лес, но и заботиться о его восстановлении. Для этого в Карпатах производится посадка ценных пород деревьев. В карпатских заповедниках под охраной находится растительный и животный мир.